Приветствую вас на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть в Warcraft 3 Хаос. Играем мы за нежить. У нас компания Нежить Путь Проклятых. Итак, заварушка у Черного Камня 2. Давайте смотрим, про что у нас. Снега. Зима. Не пора ли мне узнать о второй части плана? Пора. Итак, мы сделали первый шаг. Создали плеть и уничтожили всех, кто мог противостоять Легиону. То есть войска Лордерона и эльфов. Именно. Теперь мы должны призвать повелителя демонов, который начнет вторжение. И куда мы теперь направляемся? Неподалеку отсюда расположен лагерь орков из клана Черного Камня. На их территории находятся врата, ведущие в мир демонов. С помощью этих врат я смогу связаться с повелителем и получить от него новые указания. Итак, блин, вот хреновенько. Говори, глупец. Что-то не так? Полегче. Меня звали? Смотри, это ледяной змей. Такие драконы — любимые зверушки короля мертвых. Один из них будет верно служить нам. Так, давай-ка. Пусть пока собирает. Так, мне что надо? В первую очередь. Понятно. Так, тут никак не пройти. Постройка завершена. Ой, я даже не помню нахрен, как тут. Постройка завершена. Говори, глупец. Я к вашим услугам. Склоняюсь перед вашей волей. Жизнь за Нерзула. Да. Легче. И не надейся на быструю смерть. Я размышлял. Никто не смеет мне приказывать. Говори, я глупец. К вашим услугам. Давай. Полегче. Фростморн жаждет крови. Я размышлял. Блин, мы хоть раз попадем по нему. Точно. Да вот сюда мне надо, вот чтобы одного загасили-то. Твою мать, у меня. Да я понял уже. Никто не смеет мне приказывать. Во славу плети. Полегче. Так, мне надо героя тогда восстанавливать. У меня трон есть? Постройка ни хрена завершена. Не построена. Чего желает мой повелитель? Я говорю, что-то я, блин, вот в этой миссии. Исполню с радостью. Как-то я не жажду очень. Жажду служить. Да, повелитель. Так, а мне надо еще. Ой-ой-ой, ну давайте, выкашивайте пока деревья. Так. Ну что еще? Что ты хочешь увидеть? Вот этот мне не нужен. Вот это у нас будет отряд. Говори, постройка завершена. Три. Не, сначала отряд два, потом три. Чего желает мой повелитель? Еще одну башню. Ты думаешь, они там остановятся? Да, иду. Блин, у меня с золотом, чё? Вообще постройка мало. Постройка завершена. Ты увидишь всё. Нет, давай-ка вот так вот. Я буду твоими глазами. Постройка завершена. Я знаю, что ты будешь моими глазами. Давай. Я посмотрю. Блин, прям под самым носом. Посмотрим.
И вот он опять, блядь. Тайное станет явным. Посмотрим. Ой, точно, их же несколько племен здесь. Я посмотрю. Такой... Я иду. Немного, так скажем, муторно все это дело, конечно. Тайное станет явным. Постройка посмотрим. Завершена. Они еще друг другу на помощь приходят. Дирижабль, вот жопа, посмотрим. Блядь. Я посмотрю. Я иду. Тайное станет я. Так, ладно. Жизнь за Нерзу. Так, кладбище у меня есть? Кладбище есть. Трон у меня есть. Что-то не хватает. Так, это у меня есть. Не понял. Живые наступают. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Юма. Говори, глупец. Постройка завершена. Опа. По-быстрому прилетели. Фростморн. Не по... А, все, понял, что мне не хватает. Мне не хватает развития вот этой хрени. Куда? Куда ты нахрен тыкаешь? Не, не, вот сюда. Ну что еще? Где у меня? Где прольется моя кровь? Да здесь она прольется. Здесь. Предначертанное. Никто не смеет мне приказывать. Господи. Наконец-то. Не-не-не-не. Говори, глупец. Не-не-не, уходим, уходим. Вот так-то лучше. Наконец-то. Фростморн. Ну и твою мать. Как так получилось-то? Ну что еще? А еще и не развиты. Подожди, где мне тут это? Надо построить ее. Постройка завершена. Жизнь за Нерзула. Да, повелитель. Нужно больше да золота. Я уже понял. Никто не смеет мне приказывать. Во славу плети. Фростморн жаждет крови. Где прольется моя как... кровь? Сколько там еще надо? И они же могут... Ну что еще? Из любой дыры еще вытащиться. Выйти. Во славу плети. Завершена. Ну вот, как я и говорил. Фростморн хрен ли далеко крови. Ходить. Вот так-то лучше. За короля постройка мертвых. Завершена. Живые наступают. Полегче. Ты узнаешь, давай. Что такое бой. Исследование завершено. Фростморн жаждет крови. Твоя душа принадлежит мне. Живые наступают. Наконец-то. Давай. Я застал тебя страдать. Нахрен, вот так вот сейчас. Никто не смеет мне приказывать. Фростморн жаждет крови. Твоя душа принадлежит мне. Фростморн! Давай. Нам побыстрее уничтожить ну, это. Что еще? Вот так-то лучше.
Полегче. На. И не надейся на быструю смерть. Блин, так-то, чё тут деревянные-то такие? Я заставлю тебя страдать. Фростморн! Исследование завершено. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Никто не смеет мне приказывать. Ну нехило мы их. Блин, у них две их. Твою уж, это дивизию. Ладно. Нам надо немножко подизучить. О, я тут на меня нападение-то было. Ну-ка. Я жажду служить. Так, чего жажду сейчас служить, ну-ка. Мой повелитель. Да свершится предначертанное. А где у меня эти? Всех побили. Дела пока у меня ждут. Там были. Исследование завершено. Дерево решили. Ладно. Где прольется моя исследование кровь, завершено золото. Исполню стройка завершена. Ой, это муторная миссия будет. Ладно. Ну что еще? Ну, бежал. Так, ладно. Исследование завершено. А вот они, герои орков. Блин. Чего? Так. Угу. Давайте, тащите вот деревья. Блин, здесь бы не высадились бы нахрен. Охренеем. Так, что у нас еще осталось? Постройка завершена. Чего желает мой повелитель? Да свершится предначертанное. Где прольется моя кровь? Блин. Чего? Пока давай сюда. Говори, глупец. Меня звали. Ну что еще? Разумно. Так, это что у нас, ледяная броня окружает указанного воина? Так. Кровное убийство указано дружественного воина. Нет. Да иду. А давайте по-быстрому. Спадил здесь вот. Ну здесь никого нету, но там и таскать-то пипец долго. Так, что у нас? Нужно больше золота. Ладно, хорошо, хорошо, понял. Нужно больше золота. А у нас с золотом-то проблематично. Исследование завершено. Где ты, кстати, я даже не вижу. Где качать? Живые наступают. Я к вашему слугу. Говори, глупец. Ты узнаешь, меня что звали. Такое боль. На. Постройка Валяк. Завершена. Я жажду служить. Исполню с радостью. Никто не смеет мне приказывать. Так. Где? Вот и золото. 10 тысяч осталось всего лишь. Нужно больше золота. Где прольется моя кровь? Так. Ваша воля исполнится. Меня звали. Исследование завершено. Блин, тут еще на одно исследование. И пока еще даже армии не набираю. В обороне сижу, блин. Постройка завершена.
Постройка завершена. Где эта катапульта-то на? Вот это все будет? Легче. Отряд 3, давай. Следование завершено. Наконец-то. Вот так-то лучше. Нам для начала надо вот... Во славу плети. Я заставлю тебя страдать. По-быстрому. Твоя душа принадлежит мне. Что-то не так. Никто не смеет мне приказывать. Так. Подождите помирать. И не надейся на быструю смерть. Я к вашим услугам. Ну что еще? Я размышлял. Полегче. Тихо. Наконец-то. Я к вашим услугам. Говори, зовет меня. Мертвые ждут. Такова воля тени. Давай, давай, давай. Охренеть. Выносит. Давайте, давайте, ребятушки. Жду приказаний. Трепещите, враги пледи. Сможем удержать, сможем. Интересно. Меня звали? Полегче. Расхренаквайте здесь все. Угу. Жрать. Жри. Постройка завершена. Чего желает мой повелитель? Так. Я к вашим услугам. Говори, глупец. Давай, давай. Вот так-то лучше. Чтоб никто. Сами ждут. Ты узнаешь, что такое боль. Все расхреначиваются. План перестанет существовать. Так. Склоняюсь перед вашей волей, где прольется моя кровь. Склоняюсь перед вашей волей. Исполню. Так, ты встань вот здесь. Так, ты у нас что? Жизнь за Нерзула. Так, ты у нас иди. Да свершится. Окутывай. Ну что еще? Пока вроде неплохо. И не надейся на быструю смерть. Сами, да? Там неизвестно что. Ну, с деревом пока у меня проблем нет. Живые наступают. Угу. Чего желает мой повелитель? Тихо. Давай. Так, ну и ты тоже давай. Легче. Твоя душа принадлежит только мне. Только там не драконы, что были. Нету? Нету. Я жажду служить. Так, что у нас с драконем?
Так, здесь же нам надо. Ага, не получается. Надо развивать, ладно. Если хочешь. Хочешь, хочешь. Чего желает? Я даже больше скажу, я еще вот так хочу построить третью вот здесь. Исполнится. Вот. Чтоб притягивало. Постройка завершена. Так. Ну, пока качают, ладно. Склоняюсь перед вашей волей. Где прольется моя кровь? Так, вы пока держите оборону. Никто не смеет мне приказывать. Что у нас здесь имеется? Нужно больше золота. Хорошо, но двух-то пауков не надо. В любом случае. Я жажду служить. Так. Синих нет уже. Уже хорошо. Исследование завершено. Постройка завершена. А, здесь исследование где-то завершено. Спящий пробудился. Где ты? Я ничего не понимаю, где ты у нас там обитаешь. Ну ладно. Так. Это говори, у нас глупец. Группа 3. Постройка завершена. Во славу плети. Постройка завершена. Пробудился. Жизнь за Нерзула. Да свершится предначертанное. Мне их 3 надо поставить. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Да, ну все, иди качай. Давайте сохранимся. Сохранить. На 3. Ну все. Никто не смеет мне приказывать. Сейчас глянем. Исследование завершено. Фростморн жаждет крови. Во славу плети! Наконец-то! Икс. Во вот славу плети! Вон оно чё, Михалыч. Наконец-то! Во славу плети! Постройка завершена. Фростморн жаждет крови. Постройка наконец-то завершена. Фростморн жаждет крови. Живые наступают. Стройка завершена. Так, я должен быть уверен, что... Блин, смотрите-ка. Далеко стрелять. Охренеть. На нас напали. Чего? Ну-ка, давай. Что-то не так. Меня звали. Никто не смеет мне приказывать. Чем могу помочь? Я размышлял. Здравствуй. Так, свиток возвращения, так, свиток исцеления. Исследование завершено. Ну давай, вот свиток исцеления возьмем. Я к вашим услугам. Да, сейчас. Чем могу помочь? Свиток защиты. Я не могу взять это. Что-то не так. Не спеши. Меня ну звали. Ну что еще? Разумно. Все. Никто не смеет мне приказывать. Вот так-то лучше. Где прольется моя кровь? Так. Чего? С деревом у меня пока... Ну, не скажу, что все прекрасно, хорошо так. Но недостатка пока нет. Легче. Так. Давай сюда, плети. Пока отходим. Сильно вы меня бьете, то с этого края. Надо и сходить к вам, что ли, в гости. Завершено. Так. Жизнь за Нерзула. Вот драконья штука.
Ваша воля исполнится. Нужно больше золота. Давай. Постройка завершена. Так, а теперь? Нужно больше золота. А, надо больше золота, блин. Ну, давай. Я жажду служить. Да, где прольется моя кровь? Нужно больше золота. Ждем. Дела не ждут. Я к вашим услугам. Так, что у нас здесь? Блин, надо катапульту хотя бы две. Мне, блин, еще у дракона эту заморозку прокачать было бы вообще здорово. Исследование завершено. Говори, глупец. Вот так-то лучше. Ай-яй-яй-яй-яй. Постройка завершена. Исследование завершено. Наступают. Где-где? Охренеть. Постройка завершена. Говори, глупец. Разбили. Жизнь за нервы напали. Никто не смеет мне приказывать. Во славу плети. Давай. Мертвые ждут. Чего желает мой повелитель? Ваша воля исполнится. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Понятненько. Ну, для начала надо здесь расхренакать все. Давай. Где у меня? Полегче. Постройка завершена. Я жажду служить. Да, повелитель. Говори, глупец. Подожди, постройка завершена, но обучение-то не завершено. На тебе исследование. Постройка завершена. Да, еще одну надо труповозку. 40, 50, 60, 70. Че у меня там? Блин, 2000 осталось. Полегче. Наконец-то. Чего желает мой повелитель? Ваша воля исполнится. Мой повелитель. Вот твой повелитель желает защиты. Повышение атаки вурдалаков. Нужно больше золота. На, больше золота. Так. Я жду. Это прекрасно. Исследование завершено. Так, это будет у меня группа. Грубо. Угу. На нас напали. Что-то не так. Но никто не смеет исследование завершено. Опа. Фростморн! Я размышлял. Легче. Во славу плеть. Да. Стройка завершена. Еще поймали мою птичку, смотрите. Говори, глупец. Да иду. Чего? Давайте восстанавливайтесь. Жизнь за Нерзула. А вы у меня будете отряд номер 4. Все, погнали. Полегче. Никто не смеет мне приказывать. Сейчас ждем отряд номер 4.
Блин, драконы. Красные драконы. Хреново. Говори, глупец. Постройка завершена. Угу. Ну что еще? За короля мертвых. Да. Фростморн жаждет. Нифига. Пока не хотим бойцов терять. Твоя душа принадлежит мне. Вот так-то лучше. Говори, глупец. Меня звали. Дум. Полегче. Давай. Размышлял. На. Ты узнаешь, что такое боль. А ну-ка, подожди-ка. Тут остались еще какие-то, да? Бутырки. Никто не смеет мне приказывать. Я заставлю тебя страдать. Полегче. Наконец-то. Да они бегают туда-сюда. Говори, глупец. Давай. По-быстрому сейчас разнесем здесь нахрен все. Полегче. Золотой рудник обрушился. Никто не смеет мне приказывать. Чего желает мой повелитель? Полегче. Да иду. Говори, глупец. Давай. Ну что еще? Меня звали. Опа. Все, идем сюда. Короля мертвых. Полегче. Никто не смеет мне приказывать. По-быстрому. Так. Что-то у меня кто-то тут стоит, что ли? Так, тут у меня следование завершено. Склоняюсь перед вашей волей. Где прольется моя кровь? Постройка завершена. Да. Так, ладно. Полегче. Вы хренаки вам. Что ты хочешь увидеть? Что я хочу увидеть? Хочу увидеть вот здесь пока что. Что происходит? Исследование завершено. Никто не смеет мне приказывать. Живые наступают. Ай-яй-яй-яй-яй. Какова воля тени? Да иду. Ай-яй-яй-яй-яй. Чего желает мой повелитель? Твой повелитель желает, чтобы... Ваша воля исполнится. Давай. На нас напали. Исследование завершено. Моя кровь. Вот так. Куферу навели. Вот этот вселяться вроде должен. Нет, не вселяется. Я жажду служить. Исполню с радостью. Говори, глупец. Вот так-то лучше. Опа. Ну что еще? Наступают. Полегче. Давай. Во славу плети. Оп, успел. Спас. По
постройка завершена. Так. Живые ну, что наступают. Еще? Это полегче. У нас будет отряд. Фростморн жаждет крови. Постройка завершена. Вот так-то лучше. Склоняюсь перед вашей волей. Подождите, а где мне? Как это не предусмотрительно? Чего? Ну что еще? Они действуют ни хрена. Да иду. Вот так, хреначьте его побыстрее. На нас напали. Я уверен, они справятся, так что не расстраиваемся. Спящий пробудился. Что сделано, то сделано. Чего? Говори, глупец. Полегче. Наконец-то. Маловато осталось. Постройка жизнь завершена. Замерзула. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Исполню с радостью. Подожди, где? Никто не восстанавливал, да? Они мне живые нужны. Живые наступают. Ой-ой-ой. Никто не смеет мне приказывать. Охренеть, откуда вы появились? И не надейся на быстрость. Я буду твоими глазами. Постройка завершена. Говори, глупец. Ваню жду. Ладно. Вот так-то лучше. Дела не так. Ждут, чего желает мой повелитель. Постройка завершена. Моя кровь. Постройка завершена. Преклоняюсь перед вашей волей. Постройка завершена. Дела не ждут. Да, исследование повелитель. Завершено. Полегче. Так. Ваш ход. Да, на нас мертвые ждут. Во имя короля пойдем. Мертвых. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Да иду. Говори, глупец. Сейчас по-быстрому расхреначим. Потому что это случайность. Жду приказаний. Я расстройка завершена. Во славу, блядь. На. Я к вашим услугам. На. Меня звали. Говори, глупец. Вот так вот. Хренакайте. Всех хренакайте. Никто не смеет мне приказывать. На нас напали. Наконец-то. Во славу. Давай, блядь. Отойди. Я к вашим услугам. Что-то не так. Исследование завершено. Не-не-не-не-не-не, давай вот так. Вот так вот. А все что из-за того, что вы на меня напали в свое время. За каким? Я непонятно. Посмотрю. Кто я вам сделал плохого, неизвестно. Я иду. Посмотрим. Тайное станет явным. Я к вашим услугам. Гори в огне. Получай. Так, мне нужны. На нас напали. Вот этих побольше. Ну и, наверное, одного дракона. Где у меня драконы?
Нужно больше золота. Где прольется моя кровь? Да свершится. Ты будешь дежурить здесь? За Нерзула. Чего желаю, склоняюсь перед вашей волей. Чего, да, сделал? Тьма зовет меня. Да, жизни за Нерзула. Да свершится. Где прольется моя кровь? Полегче. Что-то не так? Во имя сюда, короля сюда. Мертвых. Ну что еще? Постройка завершена. Ой-ой-ой. Ты узнаешь, что такое боль. Тьма зовет меня. Твоя душа принадлежит мне. Меня звали. Ай-яй-яй-яй. Ну-ка, расхреначь-ка все это дело. Я размышлял. Легче. Ну что еще? Что-то не так. Горим. Никто не смеет мне приказывать. Не-не-не, вы не успеете. Тьма зовет. Все. Меня. Говори, глупец. На нас напали. Да кто на вас напал-то? Ну что еще? Я жду. Исследование завершено. Полегче. Вызвали меня. Ну что еще? Что-то не так. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Наконец-то! Говори, глупец. На нас напали. Во славу плети. Давай. Ну что еще? Мертвые ждут. Полегче. Так. Ну смотрите-ка, пока он неплохо получается, да? Фростморн! На нас напали. Кто там может нападать на нас? Жду приказаний. Все, сейчас выдвигаться будем. Только я даже не знаю, живые пока куда еще. Наступают. Ну что еще? Давай. Хреново, чё? Нет, воля тени. Ваш отряд поляги сразу нахрен. Такова воля тени. Давай, не-не-не-не-не-не, все-таки смотрите-ка. Я жажду служить. Тихо, тихо. На нас напали. Мы успели пройти. Никто не смеет мертвые мне приказывать. Ждут. Жизнь за Нерзула. Исполню с радостью. Нельзя. Да свершится предначертанное. Давай, пока лечи. Охренеть. Давай, давай, давай. Полегче. Мертвые служат тебе. Ну что еще? Вот так-то лучше. Жду приказаний. Не
Никто не смеет мне приказывать. И не надейся на быструю смерть. Давай. А каково, когда вас долго, да? Ну что еще? Стойка завершена. Меня звали Бурятини. На. Ну что еще? Стойка завершена. Живые никто не смеет мне приказывать. Зря ты так, конечно. У меня же дракон. Умри. Во славу, блядь. Что-то не так. Да. Никто не смеет мне приказывать. Давайте, давайте, давайте. Я размышлял. Полегче. Не служит тебе. Чего? Ну что еще? Ну-ка. Сюда, сюда. Никто не уйдет. Вот так. Расхренакивайте. Так. Вот видите, все не так уж плохо. Полегче. Мертвые ждут. Там сами справятся. Где все? Прольется моя назад. Кровь. Ну пока все идет. Воля тени. По плану. Ну что еще? Говори, глупец. Мертвые служат тебе. Да. Зря ты так. На нас-то. Постройка завершена. Никто не уйдет живым. И последние у нас останутся только. Во имя короля мертвых. Так, на однерочку сохраняем. Так, что нам надо? Что-то я тут заказывал вроде. Давайте один дракон. Это все мы изучаем. Это надо нам с другой стороны будет подходить. Так, теперь у меня. Я буду твоими глазами. Даже не знаю, где ты у меня там находишься. Я иду. Да где ты идешь, я не вижу. А во, подождите, идет действительно, смотрите. Спящий пробудился. Посмотрим. Тайное станет явным. Я посмотрю. Так, что у нас с постройками? Ваш ход. Так, это я все понимаю, конечно. Никто такова не смеет мне приказывать. Давай. Что-то не так? Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Во славу плети. Фростморн жаждет крови. Ну? Вот так. Жду приказания. Следование завершено. Такова воля тени. Умри. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то. Я к вашим услугам. Полегче. Мертвые слуги. Этот лагерь преграждает путь к вратам. Ничего страшного. Перебей орков,
чтобы я мог связаться с повелителем демонов. Давай, давай, давай. Понял. Говори, глупец. За короля мёртвых. Не включил вовремя. Эти у меня все погибли. Никто не смеет мне приказывать. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Ну что еще? Охренеть. Не-не-не-не-не-не-не. Стой, стой, стой. Никто не смеет мне приказывать. Отступаем. Во славу плети. Фростморн жаждет крови. Говори, глупец. Никто не смеет мне приказывать. Короче, только герои спаслись, а нахрен в этой мясорубке. Ладно. Мертвые служат тебе. Да хранит меня. Ну ладно, а что мы снесли? Ты увидишь все. Так, блин. Долго... А, мы у самых врат. Вот почему все так сильно. Так, хорошо. Чего? Блин, даже не знаю, что ответить, но тебе на этот вопрос. Жизнь за Нерзула. Так, где у нас деревьев-то до хрена больше? Где вы не все деревья-то посрубали? Разницы-то нету никакой, да? Так. Полегче. Никто не смеет мне приказывать. Во славу плети. Пауки есть. Это есть. Так, надо, чтобы он промахивались побольше нахрен. Так, дракон. Еще один, да? Еще один дракон нужен. Что мне еще надо-то для... Мне надо дерево для полного счастья. Где прольется моя кровь? Тьма зовет меня. Вот я думаю, где-нибудь вот здесь вот. Ваша воля исполнится. Поселите ее. И пусть они там таскают. Мертвые ждут. Как у меня тут оказалось, что вы подбиты? Ладно. Не будем на этом зацикливаться. Меня. Дела не ждут, чего желает мой повелитель. Исполню с радостью. Какова воля тени? Ой-ой. Меня звали. Полегче. Ну-ка. Кто там? Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Во славу плети. Охренеть. Ну-ка, спеленайте его. Жду приказаний. Какова воля тебе, интересно? Что-то не так. Ну что еще? Блин, он возродился, что ли, здесь кто? Говори, глупец. Никто не смеет мне приказывать. Мертвые служат тебе. Меня звали? Бери быстрее. Ну что еще?
Наконец-то! Сюда. Какова воля тени? Да сюда. Тьма. Нам живые выступают. Такова воля тени. Трепещите, враги пледи. Твою мать, а мне как это? У меня где? Нужна древесина. На постройку юнитов? Жизнь за Нерзула. Нужна древесина. Жизнь за Нерзула. Да, повелитель. Древесина сейчас будет. Что прикажешь? Постройка завершена. Полегче. Мы лишились их. Вот так-то лучше. В своем отряде. Чего вот так? Во славу плети. Крик будет нести смерть. Нужна древесина. Да, звал. Ой, сейчас что будет? Что будет? Так, ладно. Жду приказаний. Во имя короля мертвых. Давай. Вы звали меня. Ваш так. Ход. Что сделал? Один здесь будет. Я жду. Один здесь будет. Да. Кто там? Склоняюсь перед вашей волей. Ваша воля исполнится. Итак. Ну что еще? Говори, глупец. Да твою мать-то. Наш золотой рудник скоро иссякнет. Говори, глупец. Мертвые служат тебе. Стой. Так. Ну что еще? На нас напали. Как надо. Полегче. Вот будете три. Вот так-то лучше. Во славу плети. А все, кто не влез, будет четыре. Такова воля тени. Ну что еще? Блять. А, кстати, что у нас с рудником-то 13 тысяч? С этим что? Где прольется моя кровь? Чего желает мой повелитель? Твой повелитель до хрена чего желает? Никто не смеет мне приказывать. Мертвые ждут. Я к вашим услугам. Говори, глупец. Какова воля тени? Ну что еще? Наконец-то. Вот так-то лучше. Я размышлял. Точно. Жду приказаний. Какова воля тени? Твоя душа принадлежит мне. Давай. Фростморн жаждет крови. Что-то не так. Разумно. Давайте. Интересно. Умри. Я к вашим услугам. Да, ну что сейчас еще? Жду приказания. Говори, давай. Не-не-не, вот так.
Золотой рудник обрушился. Ничего страшного. Полегче. Мертвые служат ну тебе. Что еще? Ла слава, блядь. Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. И не надейся на быструю смерть. Я буду твоими глазами. Я размышлял. Вот так. Во имя короля мертвых. Ну-ка, давай, давай. Никто не смеет мне приказывать. Вот так, получается. Что-то не так. Все получится. Получай. Давай. Жду приказаний. Полегче. Вот так-то лучше. Я не понял, а чего вы встали-то? Во имя короля. Нам не надо всех расхреначивать. Меня звали. На нас напали. Мертвые ждут. Никто не смеет мне приказывать. Во славу плети. Тихо, тихо. Мертвые служат ну тебе. Что еще? Полегче. На нас напали. Говори, мертвые глупец. Ждут. Мы все расхренакаем здесь. Ну что жду еще? Приказания. Никто не смеет мне приказывать. Какова воля тени? Полегче. Дай-ка я применю-ка вот здесь это заклинание. Вот я. Мертвые служат тебе. Воля ну тени. Что еще? Полегче. Мертвые ждут. Вот так. Так, один дракон сюда. Все. Все тип-топ у нас. Мертвые служат тебе. Нас напали. Никто не уйдет живым. Ну что еще? Так, теперь что касается вас. Склоняюсь перед вашей волей. Жизнь за Нерзула. Все дикари перебиты. Врата в твоем распоряжении, колдун. Взываю к тебе, Архимонд. Твой верный слуга жаждет лицезреть тебя. Ты произнес мое имя, колдун, и я пришел. Ты Кел'Тузет, не так ли? Все верно. Да, о великий, это я призвал тебя. Прекрасно. Повелеваю. Найди книгу заклинаний Медива, последнего из хранителей. Только его магия способна перенести меня в этот мир. Где нам искать этот фолиант, о великий? Ищите город смертных, что называется Даларан. Книга хранится там. На закате третьего дня ты начнешь обряд. Начну. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Блин, да, это было немножко, как сказать, поднуторно, когда на тебя со всех сторон хренакают. У меня всех больше затрат. Пока.